День добрый, на связи МК Баски. Сегодня мы продолжим с вами проходить интересную, прекрасную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру довольно неплохую и интересную под названием Europa Universalis 4. И тут уже с вами 35-я часть прохождения за мощную, великую, сильную и самую лучшую в мире страну, Великобританию. Ну что, Rule Britannia, Britannia, rule the waves, the Britons, never, never, never shall be slaves. Правь Британия, правь морями, британцы никогда, никогда не будут рабами. Ну да, ну или как-то так. И сегодня у нас с вами, кстати говоря, война за независимость. Я так долго думал. Ну, возможно, некоторые бусты 13 колоний, понимаете, да, все-таки будет... Прохождение за Великобританию как-то правильнее даже поучаствовать в гражданской войне. Хочется нам этого, не хочется, нам это придется делать. Ну что, восстали 13 колоний, по сути дела, США. Чуть пораньше, кто забыл, 4 июля 1776-го. Тут несколько ранее, как вы видите, но с другой стороны, результаты совершенно другие. Восстание совершенно другое, восстали Луизиана не присоединена, ну вообще Луизиана не было как заселенный. По сути уже дело все заселено, только 13 колоний вот эти восстали. Ну ничего, мы им покажем здесь, кто здесь главный. Блин, вот Австрия, конечно... Так, карту, конечно, полностью увидеть, кто лоялен, кто не лоялен. Австрию, конечно, придется щемить. Я не хотел этого делать, но Австрия меня вынуждает. Я не хотел с ней ссориться, все-таки, ну как бы, Австрия была, все дела. Но придется что-то у нее забрать. Вот эти три земли нахрен, чтобы не шибко себя крутыми считали, перемычку до этих морей и вот эту. Ну, я не хотел, меня вынудили как бы. Хотя Австрию пора уж присоединять, с Австрией пора заканчивать. Все-таки была лояльна, не знаю, по какой дурости она решила восстать. Ну ладно, опять же, хозяин-барин. Так, ну что, война. Угу. Это будет интересно. Это будет очень интересно. Так, сюда. Я вообще не хочу в этой войне воевать. Она очень тупая. Абсолютно тупая, бессмысленная и беспощадная. Но придется... Что ж поделаешь. Угу. Так, сюда. Сюда. Где командиры нам не особо нужны? А командиры не особо. Ну, здесь не нужен пока что. Так, ну что? Так, ну что? Куда? Вот там с осадой или так? Вообще-то с осадой. А, ну это хорошо, тогда на крепость, да? Австрия тупая скотина. Не хотела с тобой воевать, но нуждаешь. Ничего, мы вам покажем, кто здесь главный, да? Как раз на рубашечнике свое дело знают. Ага. Ща покараем. Ща накажем. Че, плыть туда все-таки? Не хочу туда плыть, это очень тупая война. Ну просто давайте хоть какую-то аутентичность сделаем, что ли. Вообще никакого желания, еще раз говорю, но он придется. Так, Ньюфаундленд нам лоялен. Будем надеяться, что их не перехватят. Ну, на всякий случай флоту можно. Хотя флоты тут хорошие. Так, вы тут свое дело делаете. Вообще-то транспортные. Ой, так, на не надо так. Тогда так. Так. Вас сюда куда-нибудь. Ну, вас 50 тысяч. Пощемить их тут. Как охрана, считайте. Ну и вас. Вот эти вот. Давайте куда-нибудь сюда. Ну еще разберемся, накажем их. Такие вещи прощать нельзя. Такс. Блин, даже здесь бои идут. Эквадор. Мы победили. Колониализм с Норвегией. Ну, ничего страшного. Ненацкие. Ничего страшного. Вообще не страшно. Угу. Ну ладно, пока землю передел... Да ладно! А, ну да, пропорции же изменились. Сейчас жопа начнется. Кого признать? Бретонцев. Давайте признаем, хотя толку. А, во время войны не. Плохо. Ну ладно. Я Монтендрай. Угу. Кстати, вы помогаете марокканским сепарами бороться. Нормально.
Так, Маргалу переделали, здорово. Маргал от Маргала. Балтистан, ай. Какой ужас. Так. Да, религиозное рвение, тогда не надо. Тогда не надо. Давайте сюда тогда. Тут тоже люди, блин. Извините, переделали. Мизизму национализировали. Круто! Это просто круто, это просто здорово, это просто замечательно, да. Так, ну что, вообще не хочу в этой войне воевать, она очень тупая. Нам она ничего не дает, га, здорово. Мы ничего от нее не получаем. Ну, делаем одолжение, если уж хочется помайданить, пусть майданят, хрен с ними, накажем все равно. Но это не наша инициатива, они сами избрали такой путь. Скотина, что ты домахался за моих транспортников? Смотрю, вырезать нахрен. Вырезать этих варваров. Вырезать. Вырезать. Варвары. Варвары. Че, битвы не будет? Неизданные ж войска. Ну да, из-за вот этой всей дрочи. Угу. А че вы сюда пришли? А, это не мы, это Килма. Килме не дадим снабжаться, кстати. Сейчас-то они могут через эти земли ходить, путешествовать. Кстати, где у нас колонисты? О, торговцы. Ни хрена торговцу потеряли из этих дебилов. Ну, охренеть. Самое идиотское, что нельзя как-никак это контратаковать. Это очень тупо. Это правда очень тупо. Так, колонисты. Маконда. Стоп. Привет, принцесса Маконда, 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 Маконда. А, ну вот, ага. Маконда, Эва Сангира, ага. И Тана. Тана, Тана, Тана. Тана, Тана, Тана. А. Тана, 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 Тана. Так, это у нас не Соус Парк. Я знаю, что это не Соус Парк. Но мелодия-то оттуда. Так, ну раз мы сюда, давайте. А, сюда и сюда. Из расчета, что все обойдется. Ну да, тут у нас войска уже, в принципе, есть. Их отзывать не буду. Тупые дебилы. Ну, наверное, они что-то доказать хотели. Доказали, а? Вам нравится? Ладно. Такс. Угу, угу. Ща размотаем. Ога. Блин, эти дебилы все планы нарушают. Почему нужно с ним воевать? Мне за это не платят. Земель я тоже не шибко приобрету. Где-то мы теперь что-то проиграли, но мне как-то похорену, честно говоря. Так, так, сюда. Угу. У Арагона, может, земли позабираем. С Австрией, блин, ну Австрия, ты тупая скотина, там слово погруби. Ну почему я с ними воевать должен? Еще земли дорогие, да ну нахрен, я ничего забирать не буду. Обойдешься, Австрия, я тебя просто присоединю за такие приколы и все. Праздним вашу автономию. Тоже идиотская система, если вы... По сути дела, у вас восстала колония, да? Она захотела от вас отделиться, и вы не можете после этого упразднить ее. Ну ёб вашу ли. Ну ладно, у вас была автономия, да? Типа для лучшего управления всего этого. Но раз восстали, не умеете пользоваться, будьте добры сдать полномочия по поражению. Нет? Не сдадут. Ха, мы еще торговать умудряемся. Очень толсто. Сюда куда-нибудь. Берн, Барселона. Здорово. Че, бой хочешь? Дам я тебе его. Ща. Ага. Прощай, Арагон. Насмерть хоть? Надеюсь, но это не точно. Ну, пока не ясно, но вероятность есть. Да, насмерть. Здорово. Нет, вы его отпустили? Вы пацифисты? Хер пацифизм? Так, отлично, отлично, отлично. Да, ну это здорово. Здорово, 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 еще раз, тысячу раз здорово. Это просто прекрасно. Размотаем всех нахрен. Покажем, где раки зимуют. Все, теперь насмерть, здорово. На форсе бежать не обязательно.
еще, кстати, аутируете. Вы. Арагон накажем. Арагон что-нибудь сожрем. Ну, можно эту землю вернуть. А, вы религию переделали, твари. Было бы неплохо, конечно, побережье у него забрать. Столица у него здесь. Если он не перенес, кстати. Вроде не переносил. Вот так вот было бы... Крепости лучше брать. Угу. Тут крепость ни хрена отбабахал. Где еще крепость? Тут крепости. Тут крепости. А, уже все. Дорогие земли. Ну да, и то реже. Угу. Ну так. Ну так. Почему бы нет? Блин, надо было раньше добивать зародыша, пока всей этой дрочи не было. Почему здесь нет перемычки, как в Виктории? Это печально. Ну, не критично, не то, что критично, но просто печально. Не, ну, неприятно даже, не печально. Да ну нахрен, ставить еще просрут. Я их знаю. Угу. Буганду переделали. Круто, круто, круто. Бунайора давайте. Ого. Кстати, с фетишизмом почти покончили. Ну, это правда круто. Угу. Угу, с Аджураном бы еще раз забраться. Наверное, вы сами не рады, что эту войну объявили, да? Да, наверное, да. Если, конечно, не мистер мазохиста. Что тоже нельзя исключать, учитывая их деби... Все так просто. Малинди, здорово. Ну все, сверхрешения уже нет, это уже хорошо. Здорово. Угу. 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 Ну все. Тут мы разобрались. Где это мы? Ай. Кстати, покажите мне карту тех, кто восстал, а тех, кто сохранил верность. Британское Перу лояльно в Южной Африке и все. Эти все твари восстали. Луизиана, Колумбия, Юкон, Ньюфаундленд, Трансколония, Мексика, Ост-Индия, Британская, Колумбия и Вест-Индия. И Бразилия. Ну, Австралия, конечно, лояльна. Австрия, блядь, куда ты полезла, тупая скотина? Я упраздню австрийскую автономию, я это вам гарантирую. Я здесь с ним дебил, никто вар не кинет. Могут воспользоваться положением. Валенсию взяли. Здорово, здорово, здорово. Еще раз здорово. Ага. Сейчас флот ваш размутузим. Да помога нужна. Не знаю. Будет ли смысл. Так, сюда, сюда. Ну что, потихонечку все идет у нас. Чики-пуки, да? Чики что? Чики-пуки. Ага. Лейк Туркана. Размотал бы тебе харибала. Но это будет очень простая война. Вот я думаю, что забирать. Арагон я просто хочу наказать за такое. Можем наказать Арагон, Австрию, но от нее толку. Вот эти земли, ну я не знаю. Разве что Вест-Индию отдать Колумбии и Бразилии. Но хотя смысл, все равно нелояльно. Можешь вознаградить лояльные земли. Кто у нас лоялен? Луизиана. Луизиана, Луизиана, говоришь, да? Ну, может, Луизиане что-нибудь отдадим, если такая возможность есть. А похоже, что нет. Нет, наоборот, даже Луизиана залазит. Ога. Ну ладно, хрен с вами. Тавета. Ай. Так, 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 так. Ну идите сюда, раз уж пошли. Угу. Дебилы конченые. Нахрена вы восстали? Я правда не понимаю этой логики. Ну нахрена? Я просто потом часть закончил. Сейчас вы увидите, я как-то поспокойнее на все это смотрю. Просто почему я на все это поспокойнее смотрю, что из настоящий талантливый, гениальный человек может даже из любой самой трагедии сделать праздник. Потому что, да, печально, но с другой стороны, как же прохождение за Великобританию без победы в войне за независимость США? Захотели незалежности? Ага, идите, получите. Мы не посрамим честь красного мундира.
Ну да. Так, ну что, Арагон, ты еще хочешь воевать? Он еще долго будет хотеть воевать. Что по счету? 34% уже нахренакали. Ну, отдать он нам ничего не хочет до сих пор. Ну ладно, говорил, сейчас я помогу. Ой. Арагон тут в жопе. Чего так долго лутируете с захватами? А, вы уже Милан взяли? Вы сюда идите, чё? Вы сюда куда-нибудь? Да... Лутируйте. И сюда. Ну, да, да, конечно. Луба. Угу. На Австрию я жрать не хочу. Лишний геморрой с национализацией только. Какую-нибудь войнушку развязать. Думаешь? А, вот это нет, только не трожь. Тут коалиция. Конституционная республика, мать вашу. Конечно, конечно. Даже не стоит смотреть, против кого в коалиции. В коалиции, все понятно. Ну тут закрыт путь для нас для экспансии. Синий в коалиции. С другой стороны, си тут особо не отожрешься. Ой-хе. Хотя... Нет, у нее тут выхода нет. Побережье, только вот эту пробку забрать, да ну нахрен. Тут не с кем. Да это все в порядке, вроде как. Нет, не в порядке. Картельное восстание, да? Заговор. Дженагар. До 76-го. Угу, а с вами скоро кончится. В сентябре. Ну, давайте сюда на границу с Миларом. Милар не надо дожрать. В коалицию в любом вступит. Угу. Главное не давать врагам вступать в коалицию. Враги не сформируют против себя коалицию, если ты будешь им объявлять... войну, пока ничего не вступили в коалицию. И такая картинка «Умный негр», да? Ну да, это старый прикол, но вы его знаете, по-любому. В принципе. Ну да, ну да, ну да. Это хорошо. Но это не точно. Под Верроной размотали. Варваров. Хм. Довольно символично, что приходит информация о подавленных варваров. Чё он такой нехрененный? Сотрите его флот в порошок. Он не имеет права на жизнь. После всего того, что он сделал против нас. И не только... Да блин, что ты так лагаешь? Кстати, я сейчас гляну на какой диск пишу. Одну секунду. Да, мои опасения подтвердились. Начал писать на самый последний жесткий диск, где места сейчас полно, просто видео все отрендерены. Хорошо, что переключил, иначе было бы весело. Весь диск бы забился, а потом бы хрен отрендерил. Сейчас копируется с этого диска на основной. Пусть копируется. Долго копируется. Там на 44 гигабайта мы записали все это. Соу в Канару переделали. Здорово. Здорово, здорово, здорово. В торговую. Тут работают, тут работают. Сюда идите. Почти все это побережье Западной Пензии переделали. Угу. Главное не забыть вар кинуть. Перемирие до сентября 70-го. Йемен и Персии, что все за вас пойдут. Персия бы не пошла, было бы круто. Ну ладно. Ну ладно, так, отлично. Угу. Отлично, Россия тут наступление начала. Круто, круто, правильно, правильно, правильно. Арагон накажем. Кстати, что там по счету у нас? 40% эта тварь только вот-вот захочет пойти на Белый мир. Ну блин, я охреневаю от них. Что у них в голове? Прожавевшие дросселя, что ли? Я не понимаю, чем они руководствуются. Вообще вот это восстание тупое. Хочу заметить, кстати, для тех, кто может быть на подводной лодке, за механикой игры особо не следит. Как правило, страны восстают тогда, когда даже не 50+, это просто возможность есть. Некая вероятность, это очень редко восстают страны, только если уж совсем недееспособные и ослабшие, тогда они восстают там 50+. Ну блин! В основном они стоят 100+, это гарантированное восстание. Желание свободы, красненькое когда. Ну, желтый это как бы вас предупреждает, что типа, ну что-нибудь сделайте, иначе пойдет еще выше. И будет все довольно печально. Так что это восстание, оно абсолютно тупое. Я говорю, а потом матерился в прошлой той части очень сильно, ну просто нашел в этом хороший плюс в этом восстании. А, отлично, это хорошая вещь. С временем скидочек плюс 3 будет меньше желания. Восстание у них будет. Ну и стоимость идеи минус 10% за принятие всех веток. Гуманизма. Выиграли осаду Коннектикута. Все. Восстание подавлено.
Будьте добры. Я немножко накажу вас. Я не хотел этого делать, меня вынуждают. Ничего личного. Это очень тупое восстание. Ой. 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 Какой-то дрочью они занимаются. Мы что, проиграем тут? Ну ладно, проигрывать, я не буду отзывать. Пусть флот обновится. Потом. С Норвегией перемирие. Сейчас Норвегия в коалицию. Хренак. Там не будет 50. Там нулевое. Кстати, можно через нее Данию размотать. Надо у Дании эти земли забрать. Желательно сюда высадиться. Ну и Норвегию пощемить за такие приколы. Такое нельзя прощать. Угу. Им ничего нельзя прощать. Так. Так что и просто беспалевно играет против нас. Вообще беспалевно. Даже не заморачивай. Даже не... Так, стоп, тут поосторожнее, армии большие. Ну я хочу ему там дать бой генеральный. Так что давайте войска соберем. Мы там выиграем. Отлично, кангру переделали. Там у нас слоновая кость, круто, круто. Слоновая кость, это круто. Это просто здорово. Нельзя. Килланский, стойте, стойте, горхвал давайте. Дальше. Тут работает кило. 51 тысяча, вы чего? Ладно, разберемся, у нас армия тут есть. Раз, два, где еще колонисты? На земле сюда еще не прибыл фан. А чисто раз, два, что я уже запутался. Я куда-нибудь его могу послать? Я куда-нибудь его послать могу сюда только. А смысл? Я его никуда послать не могу, наверное. Да, ну в эти земли, но это не так актуально. Россия тут все заселила. Сюда я не пойду принципиально. Чё? Османы, вы... Мутазвоновы, вот кто. Такие земли жирные забрать за... Да вы... Окей, Северный остров будет наш. Надо вознаградить Австрию. За... нет, Австрию надо наказать. А вот Австралию надо вознаградить за верность. Ну да. Я одному знакомому писал, кстати, про это видео, кстати говоря, рассказывал, то, блин, пишу. Австрия при полной лояльности плюс 10 отношений, 0% желания свободы восстала. Два раза написал слово Австрия. Вот же долбанные, он пишет в ответ, вот же долбанные австралийцы вечно со своими кенгуру-милитаризмом занимаются. И я так понял, что он тоже из тех людей, которые постоянно путают Австрию и Австралию. А есть еще люди, которые путают Швецию и Швейцарию. Ну, это пипец вообще. Ну, из тех людей мы с вами не путаем. Я просто про то, что встречал таких людей, которые каким-то волшебным образом путают. Рим хочет взять, скотина. Малабар переделали. Круто. Гота торговую я создал. Тут все побережье. Мальдивы, конечно же, Мальдивы. Угу. Это что, вся ваша армия? А я отсюда войска повыводил, как бы, да? Нет. С хрена ли я отсюда поувожу? 44. Ну ладно, давайте пододвинем их сюда. Тут восстания могут быть, конечно, но... Давайте надеяться на благоприятный для нас исход. Кстати, где дипломаты? Анхра. Ты Анхра уже, по-моему. Но они еще лучше до максимума. Прекратить. Один, я так полагаю, в Норвегии тус. Подождите, да, Норвегия, да-да-да. Так, тут мы на все сфабриковали и отдали. Ну, сюда. Ах, она еще не доросла. Ну чё за твари, они сейчас другой ход найдут. И отсюда будут колонизировать все это. Ну чё, охренели. Ладно, побережье главное забрать. Новая Норвегия. Да, сколонивать дебила. Сейчас глянем там какой-нибудь Джордж Вашингтон, да? Не, Вильям Монтагу.
Джордж первый. Ну главное, что первый, не десятый, не тридцатый. Вы хотите мир? Скоро хотят. Так, давайте посмотрим, может их можно переделить. Порезать их за такие приколы. Самое прикольное, что эти идиоты... Не то, что находятся даже другие земли. Блин, даже их земли немножко забраны. Так что их не пощадим. Национализация. Так, так, так. Вы еще воюете. Отлично, наконец-то отступили. Я думал, до них никогда не дойдет. Арагон уже воевать не хочет. 100 тысяч. 120. Ты охренел. Ага, ага. Ну, почти готов. Так. Сейчас будет эпик. Уэллис взяли, здорово. Сейчас будет мясо. Или давайте сюда, тут его размотаем. Сейчас будет мясо. Бунайора переделали, круто, Бусогу. Угу. Не, ну за такую наглость платить надо. Чего он хотел, на халяву все провернуть. Сейчас эта дрочь тоже войска постелит. Да нет, все, он слил тут. Слил, это кто-то слил. А, ну понятно, все. С матчем ему дали просраться. Я думаю, ему понравилось, так. Хотя нет, вряд ли. Так, давно. Чего не предупредили? Вообще-то предупреждали, я просто очокнул. Что взять? Да, тут выбора особо нет. Так, так. Войска хоть надо разделить как-нибудь. Угу. Чё, Арагон? Где-то мочимся? А, флоты. Чё ты так махался в наших кораблей? Не нравится, проблема. Давай, Россия, бери Константинополь. Я, конечно же, России его не отдам. Но пусть захватят. Чё он хочет? Вот, сука, по таймингам работает. По таймингам, прошаренная мразь. Блять, это тайминги. Он в ту же секунду, мы там была 1000, мы бы ее распитали, один день нам нужен был всего лишь. Эта сволочь нам марша туда с точностью до одного дня нападает. Ну, блин, надо же быть такой мразотой. Вас я не буду отзывать. Вас я, наверное, отзову. Недалеко, в принципе, он там ничего не испортит. Я полагаю. Но это не точно. Но размотать эту тварь надо. Что-то он охренел тут. Лансунгира, домашний скот. А, ладно, производите. Мы не возражаем. Хайфонг. Здорово. Восстание. Не. Тут уже все хорошо. Ну, типа, было же. Та-та-тан. Так, стоп, стоп, стоп. Разбили мы его тут. Хорошо. Арагончик. Гоумир я создал. Текущие бои плюс 4. Блин, семерки. Ты отдаешь ее нам. Здорово, она дает нам Валенсию. Так надо просто заизолировать эту мразь. Это ты отдаешь. Барселону. Да и Барселону счет в нашу пользу. Я просто хочу покарать эту мразь. Тем более такая редкая возможность. С нашим текущим. Все изобретается. С нашими текущими. Коалициями. А-а-а, неправильная формулировка мысли. Неправильная, неправильная там была армия, да. С нашим текущим положением, когда против нас почти весь мир объединился в одну большую единую коалицию. Мир делится на три части. На Великобританию и ее территории в той или иной степени. На союзников или Великобритании или их зависимой территории. Либо на... врагов Великобритании. Четвертого не дано. Возьмите в эту ссаную крепость. А. Красава. Да и там не выгорит, я полагаю. Давайте. Может повезет, вряд ли. Наполе взяли. Неаполь, здорово. Вот тут эту скотину.
просто ликвидировать его. Стереть с лица земли. Растоптать эту поганую арагонскую гадину. Распилить эту гидру на части. Ликвидировать эту сволочь. Просто изничтожить, покарать. Наш Великобританский Союз покарает весь мир от Европы к Неве на восток. Ну да, ну или как-нибудь так, ну ладно. Арагон охренел. Чё это арагонская падаль себе позволяет? Чё он себя возомнил? Он что, капитан Америки, что ли? Ну, куда, учитывая, куда он лезет. Ну очевидно, что это восстание на английские деньги. Так бы оно хрен у вас произошло. Блин, опять рекрутов будет нема. Ноябрь-сентябрь следующего года. Все тут хорошо. Арагон, ты готов? Are you ready for this parade? Нет. Текущие бои. С этими текущими боями. А, тунисский флот мы слили. Ну нет, не слили. Все, Арагон хочет мира. Да, мы тоже хотим мира. Так, согласен, уже хорошо. Давайте Джерону, согласен. Ты со мной согласен, Арагон. Здорово. Теперь тут надо поработать по крепостям. Вот эту крепость надо собрать. А, уже не хочет. Чё, она такая высокоразвитая? Кстати. Под ачивку подойти может. И Уэльс, если он его отдаст. Две крепости. Тут крепостей. А, вот эту можем крепость взять. Она эффективно снабжаться не будет, но тем не менее. А, вот эту крепость. Ну вот. Такой мир мне нравится. Такой мир мне нравится. Надо теперь эту скотину заставить его подписать. Ну ничего, подпишем. Подпишем. Ой, страшно как. Конечно, сюда высадиться, вот здесь прогуляться, ну блин. А что нам мешает это сделать? Ой, Луизиану мочат. А в принципе нам ничего не мешает. Давайте, я хочу немножко переделить земли. Может быть, тогда будет это полояльнее страна. Я про Карибу. Вот этот вот высер колониальный мне вообще просто не нравится. Я хочу отдать эти земли соответствующим автономиям. Качин переделали, здорово. Ну, в торговую. Тут работают. Давайте сюда. На восточное побережье приходить. Угу. Та-дам! Выиграли осаду, отлично. Отлично взяли эту противную крепость. Надо по Австрию заткнуть. Ты чё, охрен... Хорошая новость. Дипломат куда-нибудь закинуть. Вряд ли отдаст. ЮЭ. Темпу. Кого-нибудь обидеть надо. Вот я думаю только кого. С кем мы воевать не хотим. Триппору. Хорошая идея, можем попробовать. Забрать у нее вот эту землю, если не отдаст вот эту. Самое главное, плюс, что они из коалиции свалят. Ригу надо тоже наказать. Всех накажем. Такс. Ну что. В принципе, хороший повод повоевать с Ра. Вообще-то это опасный шаг. Вообще-то да. Арагон воевать не хочет. Да ладно, выгодные условия. Подписываю, пока не поздно. Выживу. Нет, не буду. Соблазнительно, но не надо. Чего, блядь, занимаетесь, нахрен вы пытаетесь освободить? Винат переделали, круто. Угу, в торговую гом, Мадурай. Кто там восстал? Все хорошо. Фангва. Угу. Работаю, чем могу сказать. Тут работают, тут. Сюда надо будет. Ну, потихонечку процесс идет. Так что мы успеем весь мир заколонизировать. Скорее всего, даже рунд. Здорово. Наверное, да. С большей долей вероятности, да. Yes. Yep. Угу. Субтироль. Может быть.
Ну, не знаю. Вообще не знаю, по-моему, это опасно. Азарда. Давайте, возьмите пару крепостей, и все будет чики-пуки. Не то, что тут работаете, а чего стали. Ха, Константинополь взяли, Наполе слили. Ты с ним. Мы еще как раз строимся. Здорово, Кюрасау заселили. 3-3-1-7. Важно, естественно, гавань. Сахар. Передайте его Карибам. Кариб не под нами. Да похрен, все равно передайте, пусть колонизируют. Все равно же будут под нами. Блин, только дебил догадается тут выращивать зерно. Потому что провинция не та. Саванна. А, я хотел покарать их как раз таки. Ну, ща покараем. Где-то у нас столица на острова. Окей. Флот, кстати говоря, сюда тоже окей. Арагон, не беси меня. Кстати, будем рисковать. Почему нет? Назовите хоть одну причину, почему бы нет. Мы его тут размотаем. Вильям. Да стойте, рекруты. Скорее всего кинут, но попробовать можно. Чё, ты бой? Давай! Я дам тебе бой. Давай, иди сюда, тварь. Ага, один уже передумал. Ах ты ж... Ладно, это не помер... Генерала нет, вообще... А нет, один есть. Думаешь... Кархвал переделали. Круто. Круто. Это не торговая компания. Чё, кашми... А, напугали, как будто... Да, все в порядке. Это уж я подумал. Блин, англиканцы так эпично в Индии убит. Жоп. Это Шарагон. 5000 рекрутов. Жоп сидит, засуньте. Что-то вы слишком слабо оценили все это. Ну, ладно. Колония. Аргентина, ты против нас восстала? Может, выйдешь из войны? Да, выйдет. Колонию переделять, а смысл? Ну как, эстетичность, все дела. Не, подождите, Перу под нами. Ну, по-моему, они наоборот залезли. Да, Перу наоборот залезла. Аргентина нет земель этих. Ну какую-нибудь гадость унизительную для них. Союзы пусть порвут. Порвете. Не в том положении. Хотя... Ах, ты сдрейфил. Хитрожопенький. Блин. Вот, нужен. Окей. Мальдивы переделали, круто. Ага, там это что-то жесткое было, но я даже не смотрел. Сейчас посмотрим, что там за высеры у некоторых стран. Не будем говорить каких. Надеюсь, не нас. Нет, не нас. Согу переделали, круто. Бунгу. Угу. Может, кто хочет выйти из войны, а Аргентина хочет. Ну да, она не в том сейчас положении находится. Чьи восстание. Монтевидео. А, вы проиграли. Ладно, тогда не выходите из войны. Где ваша столица? Даже крепость не умудрились построить, дегенерата. Карибы мы накажем. Арагон, гол из войны я создал. Это хорошие условия, это выгодная сделка. Выгодная, тварь. Выгодная. Правда, очень выгодная сделка. Куда он скакал? Ну хрен с ним. Хорошо. Ну как хотите. Смотать. В принципе, время на нашей стороне тут.
Сейчас попробуем эту профку взять, посмотрим, что будет. Россия. Я не буду в эту провокацию впрягаться. Все, Венецию взяли. Текущие ж бои, блин. Отступите. Отступите! Что, технология? Мелочи. Ну что, Арагон, подписываем мир. Скотина тупая. Австрия, гоу мир. Тупая скотина. Австрию мы покараем. Ну чё вы как плохи ходите, не надо так ходить. Разделитесь. Вас кому сюда. Вы работаете, земли собираете. То это как-то не круто. Закону взяли. Рагон, скотина конченая. Ты меня бесишь. Да ладно, ну ты ж проигравший. Проигравших в одно место долго. Сейчас войска придут. И накажем вас жестко. Здорово. Сейчас будем наказывать. Кто с кем? Ой. Первое не лучшее положение. Блин, надо было мир подписывать все-таки. Ну ладно. Вот тут вот такую блокаду замутить можно. Чтоб пожестче было. Сами напросились. Я не хотел. Но раз они захотели, что я могу добавить на этот счет? Сейчас объединенным фронтом долбанем. Совет. Август, сентябрь. Погодите. Требовать поддержку. Созвать совет. Мивар. Прощай. Кстати, хорошо, что с Россией вопрос решили. Сейчас. Тут надо тоже развернуть наступление. Значит, хрен разберемся. Надо с ним покончить. Да. Один удар перской армии, один удар британской покончил с этим уродливым детищем 1444 года року. Так, отлично, отлично, отлично. Да. Все. Всем будем просраться. Прощайте. Чего как лохи? Там не было минуса. Я не буду отзывать, пусть умирают. Я принципиально не стал их отзывать. Надеюсь, насмерть. Блин, не насмерть. К сожалению, я надеялся, я рассчитывал. Читор. Да вы чё, лохи? Тут-то как вы обосрались? Ну, диверсия по-любому проплачена кем-то. По-любому на рагонские деньги. Это единственное логическое объяснение. Других у меня объяснений для вас нет. Ну там-то как, вас больше было тупо. Ёб вашу. Ну вы даете. Ну вы просто берете и даете. Да подпиши ты, долбанный мир. Ну хорошо, так ты подпишешь. Да ты чё, охренел, я тебя буду дожимать. Оп. Ничего, рагон. Так, с вами, я думаю, уже можем мир подписывать. Но это не точно. Из паблика. Конституционная. Канцлер. Канцлер. Так. Ничего. Хотите поканцелировать? Я вам покажу канцеляриацию. Мудозвоны вонючие. Мы все-таки подпишем мир. Может, вы меня? Нет. Победного конца.
Австрия, го из войны, я не хочу с тобой воевать, скотопая. Тупая. Блин, это самое нелепое вмешательство. Аргентина. Бразилия. А, все, Бразилию поимели, да? Угу. Рви. Ага, ты не хочешь. Ну, успехов тебе, тупая тварь. В других условиях мы подписывать не будем. Ща Арагон загнется и все. Арагон, походу, уже понял, что не на тех пошел, просто у него выбора нет. Ну хотя, может, он и не понял. Все может быть тут. По-моему, этой твари уже пора бы заткнуться. Ха-ха-ха. Смешная армия. Походу, это вся армия его была. Ну, блин, вы еще так встали. Соблазнительно. Что вас распинали до конца. Блин, тут крепости шлаховские. Я могу долго продолжать, Вест-Индия. Не беси меня. Блин, 26% счет, эта тварь не хочет мира. Я охреневаю. Дюррес, лоре. Эпическая древесина. Ну, наверное, круто. Но это не точно. Стойте, стойте! Технология. Вообще скоро технология. Дисциплина на флоте. Ну, в принципе, нам это не шибко нужно сейчас. Ладно, пусть дорабатывают. Арагон, тварь, подпиши мою петицию. Ты чё, охренел? Что этот мудазон себе позволяет? Мне кажется, он ведет себя недостаточно уважительно по отношению к нам. Ну, блин, он... Встретит ту штупая звезда, ну... Ну нахрена этот высер? Я правда не понимаю. Чё он доказать? Чё они хотели этим доказать? Смотрите, какие мы нехрененно крутые. Типа, мы можем восстать, и мы восстанем. Типилизм. Потом часа 5 после всего этого восстанавливаться. Вора, вора. Вора. Между прочим, мы твои земли потихоньку забираем. Я хочу это подчеркнуть. Вот на вот этих условиях ты просто обязан подписать. И ты подпишешь. Но мы нет. Будем добивать тебя до конца. Мы тебя похороним. Мы тебя до смерти задорочим. Угу. А я сюда тоже войска пошлю с командиром. Хочу заметить. Давай, давай, Австрия, успехов. Я даже не буду смотреть принципиально. Потому что это уже будет перебором. Тут командира, ну еще какой-нибудь. Ну, можем себе позволить. Торговый кризис. Весело. Гиндо. Дурай, переделали. Круто, 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 круто. Тут работает. Давайте сюда. Вроде берут крепость. Машу заново махать. Рискните, кстати, вы в атаке и на горы идете. Вы должны проиграть. Кубунга переделали. Ага, и проиграют они, ну-ну. Ну да, с ними тут невозможно нормально разговаривать. Зимбабве. Угу. Тимор. А откуда у нас здесь войска? А, кстати, откуда у нас здесь войска? Я чуть не понял, чтобы их сюда отправлял. Нормально. Откуда вы пришли? Вест-Индия. Не беси меня. Ну, она даже на белый мир не хочет. Ну, это наглость. Чё, Бразилия успокоилась? Поадекватнее стала, да? Герцог. Вы чё? Конституционная, блин, монархия. Угу. Угу. Окей. Надо их спасать между собой. Кумаон. Угу, переделали. Здорово. Здорово, здорово, здорово. Да как вы хоть сливаете? Ну вы, блядь. Я не буду даже отзывать их. Ну, по идее, я должен их отозвать, чтобы их не убили. Ну, мне тупо насрать за такие приколы. Пусть страдают, это их проблемы, не мои. Это им надо, это не мне надо. Ну, чего они такие конченые? Конечно, я понимаю, что в какой степени это даже надо быть слегка обконченным. Отлично. Ура! Их убили. Здорово. Просто поздравляю, сказочные долбоебы. Ну, в принципе, это они сами заплатили. Давайте, давайте, давайте. Убейте их тоже нахер. Давайте. Тавету заселили.
1-1-1-3, Скотт. Кстати, тут можно эту ачивку сделать. Работайте, работайте. Ну хоть тут мы им дали просраться. Вот где-то мы им даем просраться. Что там по профессионализму? 96-51. Не хочу, но придется. К сожалению, не насмерть. А так жаль. А так хотелось. Давайте еще на Россию наедьте. Мангуа. Здорово. Все, Арагон, подпиши мою петицию. Подпиши мою петицию. Да ты охренел. Че этот дегенерат себе позволяет? Османы, не спите. Войной на него. Войной. Хоть что-нибудь походите, позабирайте, чтобы понаказывать. Аргентина. О, Аргентина. Бразилия зелененькая. Да, нормально. Низкая Вест-Индия, Британская Колумбия, Мексика. Бразилия, бла-бла-бла-бла-бла, ла-ла-ла-ла-ла. Ну и так далее. Это Д. Не-не-не-не-не, стоп. А, ну или так. Похороним его нахрен. Конго переделали. Круто, круто, круто. Торговую компанию Го я создал. Я давно ее создал. Так, и тут кэнди. Конфетки. Ога. Маконде. Ах, Маконде с этими Макондами. Все хорошо. Ну блин, это реально очень тупая война. Я, конечно, все понимаю. Ну блин, ну это правда. Все. Максу Хана. Ну это, блин. Еще войска воюют, как конченые дегенераты. Собаки даже на улице воют. Этих дебилов. Так, что я хочу? Вот, а, нельзя пока. Ну давайте. Так, 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 так. Пока план проспект. Большой, ах, ты не хочешь, да мне насрать, что ты хочешь. Что-то дороговато уходит. Там-там, там-там-та-там, та-та-ра-там. Возьмите вот эту ссаную крысу. Ты что, взять ее не можешь? Давайте потери этих. А вспышка эпидемии, я хлопаю стой этим дегенератом, я ору с них. Ой, 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 ой. В жопу засуньте себе вашу декларацию на залежности. Справжные патриоты, блин. Як так? Вот так. Дебилы, потери же несете. Лично. Так. Ты... Да, конечно. Ты чё взять эту ссаную провинцию не можете? Кто там нелояльный? Ай. Арагон. Ты бесишь меня. Ха, все земли взяли, здорово. Арагон, тварь, да возьмите вот эту сонную крепость. Возьмите вот эту сонную крепость, и все будет хорошо. Это же не сложно. Ну это правда не сложно. Стоп, Фангла. У тебя уже сепары полезли. Ты че взять ее? С кем? Да, не, с кем воюем. Ха-ха-ха, просто так, ну-ну. Не-на, 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 не-на. В Калис против нас еще что-то просит. Но, ничего страшного. Наша концентрация на качестве армии беспокоила наших полководцев. Войск может оказаться слишком мало. Поэтому мы уберем всю армию нахер, чтобы у нас вообще войск не было. Пардон, если кому-то нежные ушки, но я сегодня очень грубый. Потому что игра охреневает. Это мягко. Все отлично.
Что за дебил? Так, все. Теперь вы точно подпишите. У вас выбора не будет. Подпишут. 56. Ну, у нас все. Ну чё, Арагон, прощай, ты наказан. Царан, заран, заран, заран. Мы получили с вами следующие земли. А именно. Валенсия, 15-14, 7-36, бумага, крепость 2 уровня, прибрежный торговый центр. Тарагона, 6-8-2, 16, вино, Устья Эбро. Барселона, 7-10-3, 20, стекло. Джирона, 4-3-3, 10, рыба. Валлес, 14-16, 7-37, скот. Крепость 8 уровня. Граубюнден, 11-6-5, 22, скот. Крепость 8 уровня. Я думаю, склад надо построить. Как тут невозможно ничего построить? Вы шутите? Ладно, я промолчу на это. На этот проказ ничего не буду отвечать. Дальше. Тревизо. 9, 10, 4, 23. Бумага, крепость 8 уровня. Ну, вроде как, все. Австрия тупая, заканчиваю войну. А, войска надо вывести. Где, кстати, твоя столица теперь базируется? Это важно. Ха, сюда перенес. Ну-ну. Так, войска развести по разным углам, ринга, сторонам. Войска тут что-то вообще какие-то недееспособненькие. Ну, для начала хотя бы так. Так, на этом разберемся, тут все хорошо. Ну, наказали их немножечко. Аргентина, выйди из войны. Дипломата нет. Ну, набираете. Наверное, какие-нибудь дебилдеры, бодибилдеры силу раз набирают. А, кстати, мне интересно, что они хотят. What do you want? What did you want? Ничего не хотят. Бабло. Ну-ну, от таких денег отказываться. Надеюсь, они отвалятся. Я вас за вас не получу. Сам. А жаль. Ничего. Главное, чтобы эти твари развалились. Окончательно. Капитально. Такс. Такс. С вами что? Ах, вы хотите. Сейчас будут... Так, замахали. Ну, правда, ну, честное слово, они замахали. Ну, это очень тупые восстания. Это очень тупые дегенераты. Я просто маршем по вам пройдусь. Не хотите воевать, сломлено. Здорово. Британская Бразилия. Разрывай союзы. Да я не буду с тобой мир подписывать. Нет сепаратизму. Дожить этих тварей, додавите их. Ты должна уставать вообще-то. Кстати, кто там? Нелояльный. Британская Перу. Узбагойзе. Прими я таблеточку от головной боли. Так, британская Бразилия. Тупые дебилы. Масмиро. Ага. Угу. Блин! Ну мы-то тут их размотаем. Я не знаю. Не знаю. Но попробовать стоит. Тана. Ты Тана с ней. Так, с отличным. Тринидад взяли. Вот сейчас потопим ему. Правильно. Почему он должен свои территории мочить? Ну это правда очень тупо. Я не понимаю этого маразма. Ванни переделали. Круто. Ванни. Здорово. Ванни. Так, суд работает. Тупые восстания. Очень тупые. Очень тупые и нелепо. Кули восстали тут. Ну ладно. Кули так мало. Подпишите мир с Афганом. Ну, Афган эти земли брать не будет. Надеюсь, вот эта Персия
Надеюсь, вот это перси её брать не будет. Да, надеюсь. Стой. Кота. Кота, кота, кота. Кота, 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 кота. Кота и кота. Все здорово. Так, торговца вернули. Какого-то торговля получили, точнее. Кину его. Танчоре. Танчоре, танчоре, танчоре. В торговую го. Тут вроде везде отработали. Ну давайте разберемся с фетишизмом. Фетишисты долбаные. Арагон, сдохни. Надеюсь, ты после этого развалишься на части. Австрия, Тоскана и Марокко. Да, Тоскана, Марокко. Кстати, можем войну сейчас Марокко кинуть. А, коалиция, не можем. Ладно, но хитрый план. 120 дукатов с торговли. Круто, да? Бразилия, не беси меня. Ну, чего таким удозвона? Кэнди, конфетки переделали. Здорово, конфетки переделали. Это круто, это просто здорово. Это просто топово. Сюда идите. Ага. Англиканство, так эпично выглядит надпись тут, блин. Опять вы залипаете, долбаный. Я буду профессионализм отпускать. Я не хочу этого делать, ну, блин. Пока есть возможность, не теряя уровня, это делать. Ах ты ж... Тану заселили. Тана! 1-1-1-3, слоновая кость. Смешно. Васунгира, давайте. Так, так, так. Надеюсь, поймаем его. Ой. Бразилия. Мир подпиши. Покончи с сепаратизмом. Скажи нет сепаратизму. Зимбабве переделали. Круто. Круто, круто, круто. Давайте сюда. Ибо. Ибо нехрен. Где? Ахури. Ничего, ахури. Здорово. Заселяли эту землю. Ну чё? Османская Тевай по Унаму. Османскую Австралию. Надеюсь, они её сформируют. На эту землю мы принципиально забили. Походу. Зачем вы... Австрия, кончай. Долбанная тварь. Вест-Индия. Окей, вы только что потеряли свою работу. Давайте, работайте. Столицу возьмите их. Бразилия, тварь, выйди из войны. Выйди из войны. Выйди из войны. Выйди из дуб. Согласна. Наконец-то. Дран-дран-дран-дран. Что там? Все, вернули британскую Бразилию. Война за независимость держава британская Бразилия завершена. Восставшая разбита нашей победоносной армии. И они вновь являются колонией державы Великобритании. А должен ли быть казнен герцог? Джош Первый, будем ли мы требовать репарации за нанесенный ущерб? Или же мы будем действовать более мягко, чтобы избежать лишних проблем в новом свете? Пусть прощается в жизни. Вообще-то покарать их надо за это. Британская Бразилия. Мне насрать! Сдохни, тварь, сдохни, сдохни. За такое принципиально надо наказывать. Губернатор Эдвард Дрейк. Пирата назначили туда, да? Того самого Дрейка. Австрия. Я просто хочу их покарать по-жесткому, чтобы у них больше ничего не мандило. Торговцы получили. Вернули. Так, отлично.
Здорово. Ньюфаундленд. Английская Вест-Индия. Давайте дипломатов уже. Ага, ты готова. Ах, ты не готова. Скоро будешь готова. Австрия. Кончай. Stop it. Stop it. И вас Унгиру заселили. Здорово. Вернули торговлю какао. И вас Унгиры 1-1-1-3. Скот. Здорово. Здорово, здорово. Сюда надо. Где у нас колонисты? Где у нас колонисты? Дава. Здорово. Угу. Ну да. Неплохо. Насколько это возможно? Угу. Не знаю, почему вот эти земли нельзя заселить, они вроде ничего так. Вот эти вот тут реки, все дела, озеро. А вот эти вот пески можно, кстати говоря. Тоже логика. Угу. А логика тут та еще. Вообще я хочу вас покарать. Не знаю, что будем делать с Австрией. В шопу. Все равно закончите. Здорово. Австрию вернули. Австрию мы вернули. Вест-Индия. Вест-Индия, кончай. Это тупо. А, флот. Чем их не блочим, кстати. Гол блочить я создал. Угу. Давайте, истощение от потери, от блокады. 30, уже... Адекватнее смотрят. А, ну, кстати, это не обязательно. Но нужно в данном случае тогда... Ну, давайте так сделаем. Я хочу вас переделить. Это тут высь. Ну, хотя бы так. Таран-таран-таран. Пусть прощается с жизнью. Рубить голову. Великобритания. Пусть пока удерживается. Ой, австрийская, английская Вест-Индия. Желание свободы. Мне насрать. Узбагойзе. Так, Колумбии отдадим. Это хотя зачем? Но чуть-чуть мы их ослабили. Нехрен, Кюрасао отдали. Так, ну что, дальше. На подходе британская, Мексика не хочет воевать. Да никто воевать не хочет. Дипломат, а, торговца, торговца, торговца не забываем. Угу. Африка, Африка. О, Африка, Индия. Ёпта, вы восстанови... Дели? Дели? В союзе с Трипурой? Охренеть. Гуджарат? А, это тебя покормили. А что, это твои земли были когда-то? Да. А, ну, наверное. Хо-хо-хо. Шеньки. Так, интересное развитие событий. Так. Вверху нас надо распараллелить. Лучше все-таки это сделать. У вас армии еще 20. А, ни о чем, армии, короче, нет. Нгиндо, здорово. Чтобы подняли восстание. Да это их не спасет. Давайте, Макондо-то заселите. Дипломата отдайте. Британская, Мексика. Не хочет. Окей. Как мы их будем унижать? Наверное, никак. Наверное, никак. Да в жопу, закончим это безумие. Таран-таран-таран! Ога-ога-ога. Так, ну что? Эпичность восторжествовала.
Британская Мексика, сдохни, сука. Британская колония-то на потом оставлю, под итог. Эл Аргентина, сдохни, сука. Договор с Колумбией, сдохни, сука. И... Трансколония тоже сдохнет, тварь. Сдохнет, 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 сдохнет. А? Я их должен типа национализировать или чё? Ну типа, нахрена? Ладно, а чё, типа я их могу оставить себе? Круто, потом все равно отойдут. Угу. Сверхрешение это, по идее, не даст. Так, давайте с вами. А, дипломаты. Миха. Вы сейчас воюете? Сеньором, да. Это ваши проблемы. Все! Мы разобрались с этой жопой. Все. Все наказаны. Угу. Пассу переделали. Круто. Угу. Тесним гадов. Так, дипломат. А, не хрена, щит или торговца, точно. Так. Может, я сегодня несколько грубый, но я еще раз говорю, если у кого-то не нежные ушки, хотя, в принципе, вроде слова, по большему счету, литературные, но это не значит, что все. Тем не менее, конечно, если у кого-то нежные ушки, мы приносим всяческие сожаления по этому поводу. Ну, блин, ну реально, вот, когда ты должен тут захватывать в Африке все, эти дебилы что-то решили восстать, ну, типа, а давайте восстанем, а почему бы и нет? Ну что, краснорубашечники, красное мундиры победили. Красные рубашечники, еще скажи черные рубашечники, не-не-не. Стоп, Маконда заселили. Возвращаем модификатора. 1-1-1-3, тропическую древесину. Вайо, ваюшки. Вайо. Все, все заселили тут. Африку колонизировали всю, какую только можно. Тут все, вот осталась эта пробка. Или эта пробка. Но не хочу с ним возиться. Автономию они уже сформируют. Да, конечно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. Кто нытик? Пора побежали. Это типа нас касаться должно как-то. Приворот в Дели. Типа вы религию сменили? Да нам как-то... Да наплевать нам как-то. В союзе с Трипурой. Блин, это хорошая возможность. Так, давайте пока Мивар нарезать. Давайте. What do I want? Внутренние все земли, остальные не так важны. Так, давайте начнем с крепостей. Тут крепость... Тут крепостей не вижу, тут крепость я вижу. Больше крепостей у него вроде как здесь именно нет. Здесь есть, но это отдельная история. Хотя их тоже можно досажать, чтобы потом они... Ах, да, без оккупации крепостей. Долбанный дегенерат. Так, ладно. Ну, окей, мне как-то наплевать, в каком порядке их будут забирать. В этой войне или в следующей, если их не заберут. Ну, а что, с другими странами мы типа воевать не будем, да? Ага, уга. 66. А мы вообще его можем вытеснить. Все силы, наверное, не вытесним. А, ну вот так вот можем мир подписать. И все довольны как бы. Ну надо просто додавить его. Так, Гуджарату войну мы кидать не будем, чисто потому что он в коалиции. А кого да я отправлял дипломата формировать претензию? Куда ты отправлял? А, Трипуру. Пусть остается пока. Ну все, сейчас тут доразберемся, насколько времени хватит. Кстати, сейчас я поставлю паузу на запись.
паузу на запись, все. Запись на паузу, хочу посмотреть, перекопировалось ли место. Да, все перекопировалось, и час 14 мы это все пишем. Пора заканчивать уже. Ну, хочу Мивар наказать. В принципе, мишень легкая, он сопротивления не оказывает. Там мантии. Здорово. Переделали ее наконец. Она часть торговой не является. А, окей. Куда бы вас кинуть? Сюда куда-нибудь. Так, так, что там у нас? Правительство укрепить надо. Максималка. Собакала. А, нет. Не лай, бьет по ушам. Отлично, Карабандел переделали. Карабандел. Аудиты. Пхангу заселили, здорово. Пхангва 1113, тропическая древесина. Тандианадо переделали. Это где? Тандианадо. Вот она. Вот она. Отлично. Замкнули эти земли. Виджиянагар с вами до какого перемирия? Перемирие с державой 76-го. Скоро. А, куда-то скинуть надо. Иди сюда, чё. Работайте! Почему бы нет? Работайте. Угу. Сколько нам людей надо, чтобы... А, у нас все восстановлено, типа. Это, типа, уже в плюс пошла армия. Надо чекнуть Европу, а то тут... Да, вроде в разных пробках стоят. Ну, и столько армий. Может быть, даже не по себе. Я вас тут оставлю, и вас я оставлю, пожалуй. Почему нет? А, еще один есть, тю. А, все, отошло. Здорово. Воевал против нас. Вы... Нет, я против вас не воевал. Вы против нас воевали. Идиоты. Не путайте причину со следствием. Чё, у нас тут хреново. Австрию пощадили. Хотя я хотел наказать ее. Но можно было пойти по принципу Фридриха Великого. Никогда не следует обижать противника наполовину. Угу. Так, права человека. Ай. Он же... Да, все, все идет. Кстати говоря, скоро сменим. Очки будут сменим. Никто не хочет подарить их нам. А-а. Ну все, тут победа очевидная. Только кому я хотел вар кинуть? Гуджарат и Трипура! Прекрасно, прекрасно, Дали! Покончим с Гуджаратом, покончим с Трипурой. Кстати, если вот так вот эпично сожжем Трипуру в полном составе, это будет, ну, просто очень эпично. Угу. И коалицию похороним, и коалицию похороним. Тут надо очень аккуратно действовать просто. Для Сандуллахора. Может, мир? Го мир я создал. Афганистан. Да ну нахрен. Не знаю, подумаем. Пока надо этот мир продавить. А, кстати, можем взять. Что брать будем? Пока не знаю. Оборонку. И наступление. Я думаю. Ну, наступление давайте. Брать сейчас пока ничего не будем. Угу. Ну все. С Миваром покончено. Нгиндо заселили. 1-1-1, Тарискот. Здорово.
Здорово, это очень здорово. Пушки. Новые пушки давайте. Самые топовые. Все здорово. Давайте, давайте. Сразу сюда претензию киньте. Все, можем отозвать. Такс, такс. Давай, мир, тупая скотина. Кстати говоря, мы ходим на 86% всего. А? Ах, требования провинции Сиви без оккупации крепостей. Латина тупая. Ну, что-то такое отмороженное. Требования провинции без оккупации крепостей. Блин, это не крепость. Сказал бы сразу. Пеком крепость оккупировать. Окей, оккупируем. А так-то он и не против тип мир подписать. Ну, типа, да. Можешь мелкие страны повыделять. Белуджистан. Думаешь, хорошая идея? Не знаю. Не исключено. Ибо. Ибо нехрен. Здорово. В торговую сразу же. Мзизму. Давайте. Ога. Рунд. Здорово, 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 здорово. Упемба. Ага. Последняя фетишистская провинция здесь, и тут останется добить. Все, фетишизм исчез. Здорово, дава. А Джурану только так и просит сожраться. Ну да, Джурану надо сожрать, обязательно. Просто. Угу. Тут, теперь-то уберите форс. Не актуально. Кстати, вы эту крепость берите, идите. Сейчас мы с ним покончим. Угу. Угу. Бабло пошло. Стоп, взяли все, давайте сюда. Тут разберемся с ним. Давайте сюда. И сюда лучше, наверное. Одну подели, под трипору тут у нас армия есть. Но я еще подгоню туда. Возможно, сюда. Ога. Давайте. Только два дипломата, здорово. Колонн двое переделали. Здорово, 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 здорово. Давайте, скоро исчезнет он. Фетишизм. Будет круто. Ога, ога, огашеньки, ога, ога. Возьмите в эту ссанную крепость. Угу. Ну да. Ай. Кстати, раз такая тема, блин, сейчас. Ай, ай, ай. Посвящен абсолютизм. Ой, это ваша проблема. Андалузская, серьезно? Все настолько плохо. Давайте и голландцев признаем. Угу. Очки девать некуда, типа того. Такс. Ну что теперь? Надо прапать абсолютизм. Восстание есть, я их найду. Тала... Сколько вы чё? Чё вы такие дорогие? Аютийские. Чё-то вы дорогие. Какая-нибудь дрочь одна провинция что-то есть? Должна быть. Да ладно вам. Это не наше. Это не наше. Нет, как назло, нет. 185 я не буду платить. 107 за одну. Ну, блин. Швейцария. 109. Чё-то жестко. Чё-то правда жестковатенько. Сухотай переделали. Круто, 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 круто. В торговую. А теперь, кстати... Так, так, так. Кого я ищу? Кого я ищу? Аютийские. Жопу. Не будем. Банк. Здорово. Сюда.
сюда. Выиграли коллапт. Осаду, отлично, отлично, отлично. Кофейные дома. Да, конечно. Ради инновационности можно выбрать этот вариант. Да и кофейня это круто. Кстати, давно кофе не пил, чаек, но я думаю, это не критично в данном вопросе. Ну да. Угу. Миварах, ты раздраженный. Раздражается до хрена, тварь. Что там по генералам? Почему? Не совсем понял, ну да ладно. А с другой стороны, за счет автономии, я думаю, мы компенсируем. Ну, вообще-то риск... А, ну мы еще не можем мир подписать хотя бы по тому факту, что еще вот это не доработал на все. Так что ждем, не спешим. Три виза стоит? Нет, идет. Ну ладно, давайте сегодня часть будет большая. Ха-ха, восстание. Жаль, что не сепары. Кто там такой отмороженный? Каталонца. Все. Сколько теперь будет стоить все это? 96,5, 98,9, 102. Ну вот, можно Ажмар взять. И останется от Мивара совсем ничегошеньки. Надо кинуть войну Дели. Синар! Синар! Слушайте, это наш тайный агент по-любому. Это по-любому наш тайный агент. Тут других вариантов быть не может. Синара с удовольствием сожру. Синара хочу тут перемычку проделать. Тут перемычку проделать к Афару. Кстати, Афар пора уже уничтожить. Не смешно. Афарское самоуправление даже не смешно. Осаду Роха. Ну, все взяли, в общем. Все, оккупировано в полном составе. Круто, 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 Ташечки. Ага. Давайте. Пембу переделали. Так, стоп, подождите. Пембу, да, здорово, тут работают. Ахурири заселили. Дарим. За верность массальную. Ну, давайте эту про... Хотя риск большой. Думаешь, тут лучше. Почему бы и нет? Вайхопай. Вайхопай. Ну, тоже подарим вам. Все равно здесь автономия замутится. Сейчас да заселяют они эти земли. И будет автономия. А, где это не кило? Ага. Давай тут да, разберитесь. Угу. Белый город. Занзибар. Фредди Меркьюри, тут даже ачивка есть такая, Queen of Mercury. Ну да. Тут, пожалуйста, это копейки. Это копейки, копеечки. Даже лучше отсюда наступление начать. Вы на правильной позиции, у вас я бы кинул. Сюда, про Дели забывать тоже не стоит, это будет очень просто. Но тем не менее, наступление можно развернуть и отсюда. Просто трипур, он большой, но она не сильная. Синар, блин, он красавчик, он со всеми с ними в союзе. Это круто, это топово для нас. Всех пожмем, ну блин, это в следующей части будет. Ну ничего страшного. I presume. Кто там такой отмороженный? Ютс, ой, успехов. Вы не выстрелите. 19 тысяч, ой, страшно как. Давайте, ну укуси меня. В одной провинции Фистанук. Фистанук. Какой Фистанук? Вот он Фистанук. А, Фистанулок. Фистанок, а то еще пускали, фистинг был вообще весело. Назвали провинцию. А вот буквально про провинцию этой игры. Говорящие. Вайо, ваюшки, восстание. Кстати говоря, перемычку получили. Ну да, кстати, Африка эпично выглядит. Вот эти земли еще покрасить. Так что сейчас ничего не покрасилось. Лубу переделали. Ура! Фетишизм исчез. Фетишизм исчез. Круто, круто, круто. Занзибар давайте переделывайте. Ага. Сейчас национализируем земли и подпишем. Тут, наверное, превышение, ну как всегда. Не знаю, зачем нам эти деньги. Ура, национализация прошла, круто. Ну, я все равно буду дожидать эту пробку. Это недолго. Сейчас, давайте доделаем. Сейчас, пока окошечко прикрою. Мивар там что-то пыжится, завоевывает. Не знаю, что он доказать этим хочет. Ну, пусть. Османская Австралия, блин. Ну, это правда нелепо. Это правда нелепо. Они даже свободу хотят. Австралия, размотай ее нахрен. Австралия, фас. Ты сможешь. Сюда еще можно
А, ну ладно, забирайте. Нам не жалко этой земли. Такс. Блин, до конца игры 50 лет, даже меньше. 22 тысячи, нахрена вас армия. Чё, командара, все подохли? Угу. Тунисскую автономию не пора упразднять. Ну, у нее потенция против Марокко. Блин. Чё мы ждем? Пока национализация пройдет? А, ну да. Давайте. Чайабхум переделали. Ну и Чайабхум с ним. Так, здорово. Здорово. Сюда идем. Угу. Угу. Соль. Ну и соль с ней. Так. 435. Смешно. Империал. Блин, рек, моряков нет. Капец. Фистонулок переделали. От фистонулоковали его, здорово. Угу. Торговую сюда идите. Угу. Зизиму тоже круто. Ога. Так, работаю, сюда идите. Ога. Торговые компании везде. Они повсюду. Уха. Давайте. Чуть-чуть осталось. Тут главное. Где у нас еще один дипломат? Угадай, в Норвегии. Да. Так, а что я хотел у Норвегии? Претензии. Хрена, вот это наглость, вот это наглость. Вот это наглость. Все. Вроде. Как? 13 колоний, держи земли. Претензии. Будем все равно их откармливать. Ну а как же так? Не продумано здесь это сесть. Ну как, тут акцент на то, что все равно автономии как бы должна делиться. Ну, в теории, если вы не будете задротствовать, либо тщательно за всем этим следить. Так. Держи претензию. 13 колоний. И еще одну держи. И еще одну держи. И, по-моему, это уже было. Что-то глючит вас. Да, все. Вроде как все отдали. Так, отозвать из Норвегии. Просто небольшой перерывчик хочу сделать между войнами. Чтобы попытаться угрозой отнять Ригу. Если нам Ригу отдадут, это будет круто. Я не думаю, что нам ее дадут, но попробовать. Армию надо восстанавливать. Ай. Ай! Хрена себе. Жестко. Угу. Весь мир покарать. Батахан на континенте Океания. Окей. Все заберем. Уголь, круто. Угу. Все, три дипломата. Все, сколько там осталось? Вай-яо, слоновая кость, круто. Молодцы. Молодцы. Та-да-дан. Ну все, Мивар, прощай. Прощай, прощай, не возвещай. Белуджистан мы гарантируем. Да, почему бы нет. Претензию сними с белы. Все. Тран-дран-дран-дран. Столько земель. Так, теперь тут надо очень аккуратно действовать. Потому что вот этот дурак сейчас в коалицию побежит. А, нет, подождите. Это очень важно. Главное, ну, ты оставайся, Делик, главное, чтобы не летело. Никто не летит в коалицию. Нет, Дели не летит, это хорошо. Так, ладно, сразу пробуем. Рига. А? Вы что, вернули столицу обратно? Он же шмрази. Он же шмразиш. Чё, воевать с вами должен? Ну, как-то не очень хочется. Пока что. Ну, придется, блин, ну, придется вообще-то.
Твари, они специально это сделали. Так, Адаль. Так, что заберем? Перемычку повыжать, Дагобор или Берара? Или что они там хотели, подождите. Дагобор. Или Эльбур. А, ну да. Да, Дагобор, давайте. Да, получили провинцию Дагобор, 1-1-1-3. Скот, ну, нашему вассалу дали, точнее, ее. На кого у нас там еще претензии есть? А, Марокко, конечно же. Куда же без Марокко? А, ну подождите, Богемия, может, прокатит? Тварь. Попытаться стоило. Арагон страйки. Так, что надо, что надо. Сейчас посмотрим. Кеф с крепостью. Ну, кеф отдайте им. Кеф. Уга. Да и кеф с ним, да. Отдали. Туни... Вернули Тунис в провинцию кеф. 2, 3, 1, 6, 6. Крепость второго уровня. Ну и перемычка тоже важная. Уга. А, ну, получили результаты войны с Миваром, которые практически ликвидировали, получили следующие земли. Бунхельхант, 2-2-3, 7 зерно. Гирт, 3-3-2, 8 красители. Хадоти, 10-7-9, 26 шелк. Читор, 16-4, 10, 40 зерно, крепость второго уровня. Аджмер, 2-3-2, 7 соль. Гарвар, 3-4-5, 12 шелк. Хлопок. Умаркот, 3-2-2, 7 сукно. Марвар, 10-3-7, 20 скот. Джай Салмер, 3-1-1, 5 шерсть. Нагаур, 2-2-1, 5 скот. Чекавати, 2-2-1, 5 медь. Миват, 1-1-1, 3 стекло. Джангладеш, 2-2-1, 4 скот. Калистан, 1-1-1, 3 домашний скот. Мултан, 9-9-6, 24 сукно. Пхатианна, 4-4-2, 10 скот. Серхинт, 5-5-11, 21 шелк, хлопок. Лахор, 11-14-7, 32 шелк, крепость второго уровня, сухопутный центр торговли. Эй. Суфийский шейх. Разруши их нахрен. Даба, 7-10-3, 20 сукно. Психизм, ну да. Дальше. Сиалкот, 7-11-4, 22, бумага. Кашмир, 3-3-4, 10, бумага. Остальное все было нашим. Угу. Ну и гарантировали незалежность Белуджистана. Индусского Белуджистана, что довольно веселее выглядит. Вассалить его, конечно же, не буду. И он и не хочет. Но сажать можно. Все, национализации пошли. Земли когда дадите. Блин, ну вот надо что-то с Ригой сделать. Ригу надо размотать. Она не хочет. Рига не хочет разматываться, это очень странно. Армию надо апать, апать, апать армию. Нужно больше армии, нужно больше пехоты. Специально, чтобы весь мир был под нами. Опа, 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 опа. Опа, опа, опа. Срослась звезда и топа. Этого не может быть. Промежуток должен быть. Здорово, 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 здорово. Короче, Рига. Я это сделаю. С богими можем получить перемирие. Ура! Коалиция распалась! Эргерцог умер, коалиция распалась. Конечно, она может заново сформироваться, но тем не менее. Богемия. Коалиция аж. Еще не все вышли из коалиции. Османы. Османы, Синар. Османы и Синар сейчас, наверное, тоже выйдут. Дипломаты нет, наверное, да? Нет, не хотят. Но Богемия землю нам не отдаст. Не-а. Но все равно это очень круто. Кто бы чего не говорил, но это очень круто. Дипломат пришел. Здорово. Ну, немножко корректируем планы. Я хочу сажать ее. И богемию пощемить.
Так, сейчас одну секу. Просто надо это сделать сейчас, в этой части, начать войну. Воевать мы не будем, конечно же, но войну мы кинем. Потому что в противном случае, в следующей части есть вероятность, вы же знаете, как у них тут все работает. Опять переменная переклинит, они посчитают, что коалиция выгодна. И будут в коалиции против нас сидеть, а нам это не выгодно. Как вы понимаете. Ну да, такс. Только Россию призывать не надо. Россия не пойдет. Ну чё? Рига. Ты покойник. Блин, вот с богами, конечно, воевать не очень хочется. У них армия никакая. Вот с богами будет весело. С богами будет очень весело. Где хоть командиры? Наверное, тут где-нибудь по-любому есть. Короче, в баню. Одного наймем. Правителей не хочу, они хорошие, адекватные. Ну что, просто продавливать. Если все пройдет хорошо, может быть, еще и богемию похороним. Это будет очень круто. Давайте сюда. Ну, коалиция распалась. Мы всех припомним, всех, кто вступал когда-то. Кто хоть когда-то был причастен к этому делу. К сожалению, время игры только не хватит. Это единственная проблема, которая меня смущает. Сегодня голова не работает, но мы сегодня выстрелили довольно неплохо, я считаю. I presume. As I presume. Сангай. Весь мир прощай, тебе же ведь хана. Здорово. Ну давайте глянем, какая богемия армия. Не такая уж и сильная. 200 тысяч. Давайте подождем, пока дипломат придет. Я просто хочу посмотреть, насколько сильно мы можем обидеть богемию. Ай. Вообще я хочу побережье в любом случае. Мне это стратегически необходимо. Да и их лишить выхода к морю. Будет у нас... Есть Швизер Лейк, а это Богемиан Лейк. Да, это выгодно. Ну, блин, пощемить тут. Австрия там что-то хотела. Хотя Австрия этого не заслужила, но тем не менее. Австрия этого не заслужила. Ладно. Ну, в общем, покараем Богемию. Это будет круто. Иге. Ага. Раз, вассал. А, подождите! То есть, типа, Россия не против, просто ее смущает то, что у нее развитие больше 100. А так, типа, Россия не против стать нашим вассалом. Нормально, да? Нормально, да? То есть, ее смущает только то, что у нее развитие больше 100. А остальное, типа, ну я не против. Типа, на блин, ну это, слушай, ну это троллинг. Ну, короче, вам хана. Ригу мы возьмем, ачивку получим. Это будет очень топово. Остальные земли не русские, конечно, ж тут. Может быть, даже Россия потом... Хотя нахрен наша земля. Россия хуй не пойдет на это, я думаю, на разрыв союза. Ну, вполне вероятно. Ну ладно, это уже в следующей части будем разбираться. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Баский. И мы сегодня с вами вновь продолжали играть прекрасную, интересную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру довольно неплохую и интересную под названием Европа Универсалис 4. И это была у нас уже с вами 35-я часть прохождения замочную, великую, сильную. И просто суперскую страну под названием Великобритания, The Great Britain. И сегодня мы с вами покарали все вот эти вот автономии, которые захотели отделиться. Хочу заметить, не все отделяться собрались. В Северной Америке подавляющее большинство за нас. Канада, Колумбия, Юкон, Луизиана. А вот в Южной Америке несколько по-другому было. Но тем не менее, мы там справились. И это здорово. Это, блин, надо было... Да, надо было. Ладно, потом разберемся. Тем не менее, да, это здорово. Мы победили, сохранили все земли. Война за независимость под нашим чётким руководством была лишена нашу пользу. И никакие штаты Соединенные не были созданы. Да. Дальше, хоть там декларацию какие-то дотики провозгласили. Да, дальше мы с вами Мивар очень сильно обидели, просто ликвидировали. Но от Мивара осталось эти
две провинции, не шибко серьезные, по сути дела, да? Белуджистан выделили, который уже сразу начал персы гарантировать. Может, завассалит, хотя вряд ли. Хотя кто знает. Начали воевать с Ригой и Богемией. Коалиция распалась, очень важный итог. Ну и многие другие вещи. Но если вкратце, то как-то так. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Бацкий. И мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео на нашем с вами старом добром консервативном канале. Всем пока!